Па закліку сэрца, кожны год 15 лютага ў брэсцкі парк воінаў-інтэрнацыяналістаў прыходзяць людзі тыя, хто прымаў непасрэдны ўдзел у той вайне, хто страціў сваіх родных і блізкіх, прадстаўнікі выканаўчай улады вобласці і горада, вайскоўцы і моладзь. Заўсёды сярод іх і непасрэдны ўдзельнік баявых дзеянняў у Афганістане Іван Ус. Ветэраны сёння ў страі, працуе ў 38-й дэсантна-штурмавой брыгадзе майстрам па ўзбраенні. З чувствам і радасці, і печалі. Радасць тому, што выйшлі адтуда. Что закончилась война, что не оплакивают матери сыновей своих, а печаль в том, что ребята, которые там погибли, их уже не вернешь. Вот такие чувства. Каждый год это в первую очередь это память о тех, кто не вернулся с войны. Именно, не, как говорят, не за речки, а именно с войны, потому что там была война. Война на подступах большой великой державе, Советскому Союзу. Гэты дзень можна лічыць і днём смутку і святам. Смутак аб тых, хто назаўжды застаўся ў Афганістане. Радасць ад таго, што ўжо 31 год больш ніхто з беларускіх вайскоўцаў не ваюе на чужой зямлі. У Брэсце 28 сем'яў страцілі ў афганскай вайне сваіх сыноў, мужоў і бацькоў. І яны назаўсёды побач, на партрэтах заўсёды маладыя. Сын погиб в Афганістане. Здесь сегодня память афганцев. Вот всегда собираемся в этот день. Мы все вместе. Мы одна семья. И жены, и мы все одна семья. Так вот, спасибо. Все поддерживают, все как положено. Ушанаванне памяці і адданне даніны павагі. Сёння воіны-інтэрнацыяналісты прыклад служэння айчыне і выканання свайго службовага абавязку. Эта дата значыма еще і тем, што она как никакая другая, олицетворяет ту мирную политику, которую сегодня проводит Республика Беларусь, что уже более 30 лет наши белорусские семьи не ждут похоронки, наши белорусские парни не принимают участие в войнах. Это последняя война. И очень хотелось бы, чтобы ветераны-афганцы навсегда были последними ветеранами боевых действий в суверенной истории Республики Беларусь. Ну а то, что органы власти всегда принимают и организовывают такие мероприятия, это наш нравственный долг, это долг памяти. Подвиг воинам-интернационалистам не забыты, хотя с той поры уже и минул 31 год. У нас в области около 5000 афганцев и участников других локальных войн. В нашей организации 1738 человек состоит. Вот это актив, который проводит большую работу совместно с органами власти, само собой при их поддержке. Вот. Обижаться нам не на что, мы с любыми идеями приходим. Вот те же идеи в каждом районном центре поставить обелиск. Многие люди пытаются переписать историю, но на самом деле те, кто прошел через этот ад, они будут помнить это вечно, и все их друзья, все знакомые, они все это дело тоже прочувствовали на себе. И сегодня мы активно работаем с нашими афганцами и с областной, и с городской организацией. Проводим совместные мероприятия, чтобы учить наших детей, наше молодое подрастающее поколение, потому что война – это плохо. Пасля мітынгу ветэраны-афганцы, родныя і блізкія воінаў-інтэрнацыяналістаў наведалі магілы загінуўшых і адправіліся на паніхіду ў іх памяць. Юрый Петрук, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.